И мы, чем старше мы становились, тем больше понимали, что нужно что-то менять. Да, конечно, мы как все мечтали о каких-то, ну, банальных вещах, да, автомобили, хорошие, дома, отдых, путешествия, здоровье. Обычно здоровье, молодые люди редко об этом задумываются, но у меня был такой момент, когда я порезал себе очень сильно руку, у меня было 12 швов на руке, и в этот момент я не смог зарабатывать деньги, да, потому что все-таки зарабатывал деньги я руками. Да, и с 2011 года я работал только на себя, несмотря на то, что я бармен, я, ну, скажем так, создал такое небольшое свое, не могу сказать это бизнесом, это, наверное, ремесло, потому что без меня это не работает. Мы занимаемся, у меня есть небольшая команда, мы занимаемся выездными барами, бар-шоу, разными, все, что связано с барными услугами, мы это делаем на выезде, и это, в принципе, в некотором месте хорошие деньги приносит, но это очень не сильно, но и был момент, когда я еще работал на кого-то за барной стойкой, и у меня была травма, 12 швов на руке, и 2 месяца я не мог зарабатывать деньги в прямом смысле слова. И вот тогда я задумался, а что дальше, если вдруг, не дай бог, что-нибудь со мной. Да, в тот момент у меня не было семьи, слава богу, как бы не было ребенка, я мог себе позволить, были какие-то сбережения, но я серьезно задумался о том, чем я занимаюсь, и о том, чтобы создать себе еще один источник дохода. Да, конечно, для того, чтобы создать еще один источник дохода, зачастую, в принципе, не нужно каких-то серьезных вложений, очень много возможностей есть. И когда мы обратили внимание с женой на сетевой маркетинг, да, это было первое мое такое знакомство, это было в 2010 году, даже конец 2009 года, я понял, что это бизнес, понял, что он работает, понял, что есть очень много людей, которые поменяли кардинально свою жизнь, и мы включились, у нас ничего не получилось. Да, это была крупная компания американская, но второй мой приход, это был 2013 год, второй наш приход, моя Виктория была беременна на тот момент, и мы, в принципе, преуспели. Да, мы создали маленькую структуру, получили автомобиль от компании, побывали на вечеринке с Брюсом Уиллисом, и неплохие деньги заработали. Да, то есть за 4 года мы заработали 1 000 000 гривен в этой компании. И все было легально, стабильно, мы платили налоги и так далее. Но я в какой-то момент я понял, что все-таки есть другие возможности, и именно так мы для себя открыли DuoLife. Да? Потому что некоторые моменты в той компании нас не устраивали, а именно не устраивало развитие, динамика и так далее. И именно мы пришли в DuoLife уже осознанно, это был наш не первый опыт, и мы понимали, что софт-маркетинг – это что-то другое, это не сетевой маркетинг, но это было не сразу понятно. Это мы поняли, когда окунулись. Кто вообще понимает, что софт-маркетинг – это нечто, что-нибудь, ну, что-то другое, чем сетевой маркетинг? Поставьте, пожалуйста, единичку в чат. Вот если вы понимаете, вы уже это понимаете. Как правило, это понимает человек не сразу. Обычно это понимает человек, когда бывает на событии компании. Обычно это в Польше, это крупное событие. Да? Вот тогда человек понимает. А человек, который новичок, редко понимает. И зачастую, ну, это что-то такое, какой-то новый вид сетевого маркетинга, упакованный красиво. Вот и все. Для нас было важно, что наш бизнес вот на этих трех китах. И в DuoLife как раз эти три кита есть. В центре здоровья, и это на самом деле тренд. Я думаю, многие из вас обратили, да, внимание, что сейчас очень много людей начинают заботиться о своем здоровье, о своем питании, о нагрузках физических и так далее. На самом деле, если взять всю индустрию прямых продаж, то самые большие обороты делаются как раз на продуктах для здоровья. И это не просто так. Вы можете проанализировать крупные компании, даже те компании, которые начинали работать с продуктами для красоты, это второй, да, сегмент после здоровья, то многие из них заводят продукты для здоровья. Да? Посмотрите, допустим, компания Amway. Да? Многие знают эту компанию, знают по каким продуктам. Бытовая химия, зубные пасты и так далее. На самом деле, большая часть оборота Amway – это оборот как раз биологических активных добавок Nutrilite. Многие знают компанию Oriflame. Я очень уважительно к этим компаниям отношусь. Я всегда руководствуюсь фактами, а эти компании миллиардные, то есть они делают больше миллиарда оборотов. И в частности, Amway делает около 10 миллиардов, и это как бы, ну, как минимум требует уважения, да?
Кто бы что там ни говорил, мнения у каждого разные, потому что зачастую компания Amway у каждого вызывает какую-то картинку. И у многих это картинка какого-то дистрибьютора, который пристает и пытается продать зубную пасту или порошок. На самом деле, если взять показатели бизнесовые, то это очень крупная, солидная компания. Компания Reflame не так давно тоже ввела wellness продукцию. Да? Компания LR, с которой мы работали, у них точно так же есть очень большой сейчас оборот делается на продуктах с алоэ вера, на продуктах для здоровья, и они делают больше в основном акцент на это. Это не просто так, потому что на этих товарах делается стабильный оборот, люди заботятся о своем здоровье, это более уникальные продукты, в отличие от продуктов красоты или там, парфюмерии и так далее. Поэтому не просто так мы выбирали такие продукты, да, как раз для продукты для здоровья. Нам очень импонировало, что в DoLife есть личное развитие, да, потому что если вы остаетесь на том же месте, скорее всего, у вас вряд ли будут какие-то новые результаты. Ну и, конечно, здесь очень хорошие финансовые возможности. Опять же, повторюсь, что финансовые возможности, они, ну, скажем так, есть во многих компаниях. Маркетинг-план DoLife очень непросто понять сразу же, но мы это все проверили, разобрались, и мы понимали, что кто бы там на сцене что ни говорил, все-таки, когда вы приходите в компанию на этапе ее развития, на этапе ее становления. И, что немаловажно, вы помогаете компании больше стать, да, сделать больше оборотов. Вы тогда можете очень здорово преуспеть и стать миллионером, мультимиллионером, может быть, даже миллиардером, да, как доказали многие люди. Да, можно будет прийти через 5 лет до Life в Украине или в России и тоже достичь колоссальных результатов. Но сейчас это сделать, ну, скорее всего, будет более вероятно. Я не говорю, что проще. Может быть тяжелее, но более вероятно, потому что компания DoLife только сейчас заходит на наш рынок. Она уже работает 4,5 года на рынке Польши и в Европе, и очень здорово себя там зарекомендовала. И очень часто бывает такое, что компания, допустим, американская, но в Америке они ее не знают, то здесь компания DoLife все совсем по-другому. В Польше многие знают DoLife, эти продукты стоят во многих аптеках, эти продукты вот... В отличие от сетевых компаний, здесь можно продавать продукт и в рознице, и в аптеках, и в фитнес-клубах, и так далее. Вот. Собственно, наше знакомство с компанией DoLife было как раз из продукта, потому что нам скинула информацию наша знакомая Анжела, она здесь в чате, спасибо большое. И она сказала, что я вам не предлагаю бизнес, у вас, я знаю, есть чем заниматься, я вам предлагаю продукт. Продукт качественный, без консервантов. А у вас маленький ребенок, возможно, вам это будет интересно. И первым делом мы обратили внимание на продукт, и сегодня я не буду в рамках этого вебинара, да, Анжела, привет тебе, в рамках этого вебинара углубляться в продукт. У нас есть отдельные вебинары, у нас есть видеоролики по продукту, но в двух словах расскажу. Это направление здоровья, есть продукт в стеклянных бутылках. Да, это день-ночь, это такие продукты, с которых компания начинала. Это витамин С, витаси, это хлорофилл, алоэ, коллаген. Это продукты полностью без консервантов, ноль консервантов. Благодаря специальному процессу паскализации эти продукты сохраняются длительное время. И когда в момент, когда вы откупориваете бутылку, вы ее храните в холодильнике, и, как правило, за месяц вы его употребляете. Сейчас очень жарко, и я слышу от некоторых партнеров, что у кого-то какие из продукт, потому что, ну, скорее всего, были нарушены какие-то гигиенические нормы, то есть часто человек может позволить себе отсерпнуть немножко с горла. Не делайте этого, потому что продукт может прокиснуть, особенно такой продукт, как коллаген или день и ночь, ночь особенно, да. Если вы где-то его оставите в теплом месте, тоже продукт может прокиснуть, это говорит.